Доброго времени суток. Сегодня я хочу показать вам базу Летца 1, да? 1. Она же Паю. Вот, находится она рядом с парком ветряков, который, в свою очередь, находится рядом с городом Палдиски. И в этой базе я могу только сказать, что это военная часть номер 56-178-Т. И то, что здесь также были С-125М ПВОшные установки, которые относились к 14-й дивизии ПВО. И начнем наш осмотр с КП этой базы. Да, по-моему, телефон. Это коробка или нет? Может, нет. Это очень похоже на коробку, в которой телефон находился. Эбонитовые коробки были. По-моему, советские. Ну, в принципе, у шведов тоже, по-моему, были такие. Осторожно. Раздеребаненный холодильник. Здесь даже остался потолок. И розетка внизу валяется. Трафарет. Сумочка. Одна штука. Шкафы. Опять же, какие-то трафареты там лежат. Куча всего, а глазу не за что зацепиться. Какая-то мелочь. Лежит непонятная. Вот, вот там уже интересно. Сейчас налево посмотрим. Тут заложен боковой вход, наверное. Но он заложен. Это выход. Ну, идем сюда. Идешь? А, это туалет с двумя дверьми. Туалет один, а двери две. Ну, мне было бы здесь неудобно бы справлять. Так, это оружие держали. Проводка все выбита. И все. Что ли? Так, да, был второй этаж. Так, хорошо туда забраться, но я боюсь, наверное, не смогу. Я помощь, да, я попробую. В общем, сейчас попробуем залезть наверх. Вот мы сюда еле-еле забрались. И, естественно, тут ничего нету. Тут просто пусто. Тухлая мебель какая-то. И все. Предохранители, какие-то диоды. И все, и больше ничего нету. Круто, да? Вот, спускаемся вниз. О, слышно, когда бродит? Где? Гуляет там. Не знаю. В общем, это
бок КП, тоже укрытие сделано для техники. Мы не будем туда заходить, там все однообразно. Мы двигаемся дальше по дороге. Вот туда. Здесь укрытие. ДМБ 87, что ли? Куча мусора. Вот это какие-то полочки. Санузел, нет? Не знаю даже. Нет, наверное, не санузел. О, здесь даже мебель сохранилась. Скамейки. Шкафы, емкость, наверное, для воды. Дерево, кстати, еще так не сгнило сильно. Это стол лежит. Ну и все. Тут больше нечего смотреть. А здесь у нас... Это гаражи, да? Да. Или ангары? Полуразрушенные. Да. Полуразрушенные гаражи. Пойдем поближе посмотрим. Погода хорошая. Местные владельцы внедорожников, наверное, решили покататься по говнам. Здесь жгли что-то. Там ничего нету. Еще одна достопримечательность полуострова Пакри – это ветряки, которые находятся недалеко от города Палдиски. И тут их целый ветропарк. Я сейчас так сразу не скажу, сколько их штук, но можете посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И это 20-й вроде, если не ошибаюсь. И вот такой вот гигант. Здесь есть про него немножко информации. То, что эта ферма была основана в 12-м году, 18 турбин. Я 20 почему-то насчитал. Каждая мощность 2,5 мегаватта. Одна какая-то энергия обладает 9, другие есть энергия. Ну, всякая вот такая вот информация. General Electric делал
и в Германии. И высота мачты 85 метров, и диаметр ротора 100 метров. Весит 350 тонн вся эта конструкция, и будет работать она примерно лет 20. Вот такие вот ветрячки есть у Палдиски. Так, вот дошли мы до котельной и бани. Ну да, это похоже на баню. Что-то такое есть. Так, вот у нас, значит, котельная получается. Где-то здесь была труба. Здесь тоже что-то жгли. Потолок весь черный. Вот основание для трубы. Значит, мы на правильном курсе. Здесь мы видим одно- и двухэтажное здание. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Навес почти развалился. Все сжигали. Изверги. Все сгнило. По-моему, это стиральная машинка. Малютка или что-то в этом роде. С видом на баню. Пойдем двухэтажное посмотрим. Это уже двухэтажное здание. Это я на казармах. Мешки, опять уголь, мешки с углем, причем много мешков с углем. Подвал, нет, не подвал, просто ничего. Это
Еще похоже на дот, честно говоря. Но как в него залазить, я не знаю. Видишь, там пустота внутри. Это как дот. Я не понимаю, здесь гранаты, что ли, сюда кидали? Какие-то здесь стены посеченные. Стены, потолок. Как будто сюда гранаты закидывали. Ну, в общем, что-то здесь происходило. Вояки здесь что-то отрабатывали. Трудно сказать, что. Пойдем на второй этаж посмотрим. Лестница. Может, городские бои тут отрабатывали. Да, давай. Главное захотеть. А, вот вход в дот. Да? Да. Но я туда не полезу. Я думаю, там ничего нет. На тебе фонарь, залезь, посмотри. Серьезно? Ну нет, если хочешь. Все по желанию. Так, ну это санузел. Зачем они долбали тут? Думали, что под домом что-то есть, что ли? Ну что, есть? Что есть? Что-нибудь. На второй этаж, походу, не попадем, да? Важно, попробовали по стене. Ну вот, пейнтбол. Стреляли. Так, ну я не знаю, хочется, конечно, на второй этаж залезть. Посмотреть, что да как. Но это проблематично. Ввиду отсутствия лестницы. Эта-то лестница уже как-то на соплях держится. Не знаю. Мы сейчас попробуем дом обойти по кругу, посмотрим, что там. Вот я и забрался. Все было проще, чем я думал. Тут растет дерево. По нему как раз можно забраться. Сейчас комрад Евгений будет забираться. И спалишь. Давай, забирайся. Все, что надо было, уже спалено. Если тут ничего интересно, то я обижусь за потраченную энергию. Я это запишу, подожди. Трички все крутятся. Какая-то странная планировка, не могу понять. Ну, да, и с другой стороны как-то все зигзагом сделано. Да, да, это санузел. Провода в стенах. Ага. Это алюминий, он не очень-то много стоит. Поэтому не особо его и тырят. Да, и весит он мало. Так. Здесь, я так понимаю, в каждом крыле по две спальни и нет, раз, два, три, по три спальни и по два санузла в каждом крыле, в левом и в правом. Получается так. Так, это уже огнестрелом фигачили. Пистолет, наверное. Там он бы, наверное, глубже зарылся. Вешалка осталась. Гнездо Ласточкино. Тут ящик хороший. Сейчас, погоди.
Опа. Что там, что там? Ага. Военный какой-то. Это хорошие дрова. Вот это вот. Там с окна видно то, что мы должны доснять. Да-да-да. Не, ну я думаю, вот это нет смысла снимать. Ну, подойдем, посмотрим. Это красное что-то интересное. Оно как будто вниз там идет, да? Не знаю. Ну, подойдем, сейчас посмотрим. Что это? Как-то затянулось. Ага, остатки здания из красного кирпича. Ну да, это так и выглядит, честно говоря. Сейчас будем спускаться туда. Ну вот они, развалины. Здание из красного кирпича. Да, и тут все грустно. Тут даже мне вам показывать-то нечего. Одни развалины. Никаких подземелий. Одни стены из кирпича, да и все. Вам скучно, и мне тоже. Какая-то скучная база, честно говоря. Не знаю, ну попробую еще что-нибудь сейчас интересно найти. Если нет, то будем прощаться. Так, ну вот. Все, что осталось этой базы, это вот этот вот гараж на два места. И вот это вот тоже что-то похожее на гараж. И по этой базе все. Я согласен с вами, если вы думаете, что эта база была совсем неинтересна. Я с вами соглашусь. Тут даже ничего не могу сказать против. Ну ладно. Отметили здесь. И бог с ним. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки или не лайки. Пишите комментарии, если кто-то здесь служил. Напишите об этом. Напишите какую-нибудь информацию по базе, какое здесь оборудование было или какие установки зенитные. Пожалуйста, пишите, нам всем интересно об этом узнать. Спасибо за внимание, до свидания.